Кирове 12:05. Это прямой эфир на 101.0. Здравствуйте, вас приветствует Дарья Топузлиева. И Владимир Сметанин. Как обычно, по вторникам мы сегодня 2 часа будем уделять нашей программе. С 13.00 гостем нашей студии будет уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. Повод у нас для встречи следующий. На прошлой неделе Владимир Валерьевич представил депутатам законодательного собрания нашего региона свой ежегодный доклад о соблюдении и защите прав детей в нашем регионе. Ранее он по этому же поводу встречался с губернатором Александром Соколовым. Ну, доклад представляет собой, конечно, большой, обширный документ. На сайте уполномоченного он уже опубликован. Почти что 300 страниц, то есть это такой серьезный труд, прям, да, вот целая книга. И бегло успел я ознакомиться с этим документом. Очень много проблем там затрагивается. Но я думаю, что мы заранее определимся, да, с основными темами, связанными с детством. Вот и поговорим о них во втором части после 13.05. В первом части у нас две темы. Ну, во-первых, мы сейчас будем говорить о весенней уборке нашего города. Администрация городская сегодня сообщила о том, что приведение в порядок улиц, тротуаров, парков и прочих территорий стартовало. Появилась спецтехника. Много уже спецтехники, как рассказали нам чиновники, переведены на так называемый летний режим работы, но все равно еще ожидается у нас еще, согласно долгосрочных прогнозов, и заморозки, и снегопады. В общем, чиновники стараются держать руку на пульсе. И у нас на телефонной связи будет Дмитрий Печенкин, исполняющий обязанности заместителя главы администрации нашего города и начальник департамента городского хозяйства. Да. И еще одна темка небольшая. Да, под конец сейчас поговорим о надвигающихся майских праздниках, о туризме, о том, куда кировчане планируют поехать, какие направления выбирают, зарубежные или по России. Пообщаемся с Еленой Фетисовой, заместителем директора туристического агентства «Южный берег». Ну, это после, уже ближе к концу. Да, ну, это, видимо, такая теплая солнечная погода апрельская на нас действует. Многие уже начали планировать свой отпуск. Я тут помониторил федеральные средства массовой информации. Так, для затравочки уже могу сказать, что на первом месте в майские праздники у нас якобы турецкое направление будет с его уже неприлично высокими ценами. Они тут растут в последнее время. Но на втором месте российские курорты. Краснодарский край, в первую очередь. Краснодарский край, ну, просто... А Краснодарский край тоже неприлично дорог, должна сказать, на майские праздники. Вот сейчас скажу. Если бронировать что-то заранее, да? Вот сейчас вот бронировали. А иначе, наверное, и не получится просто так там приехать и попытаться уже на месте найти себе какое-то жилье. Я не знаю, жилье, делает, да, ли кто-то сейчас вот так вот, приезжая на месте. Ну, вообще там есть люди. Есть люди, которые на вокзале стоят и предлагают какое-то жилье. Я не знаю насчет, действует ли это в майские праздники, потому что в майские праздники традиционно очень большой поток. Но вот на неделю я видела... На неделю? Ну, как на неделю? Это с вылетом из Кирова, вот с оборотный самолет. Когда он там уезжает, по-моему, четверг, а возвращается в воскресенье. Ну, да, два раза в неделю, ну, да, если не ошибаюсь. Вот этот самолет туда-обратно. Соответственно, вот эта вот путевка, это вот дельта между отправлением и возвращением, а 78 тысяч на двоих. Боже. И я бы не сказала, что это прям Сочи. Бюджетненько. Да, это Сочи. Сочи. Ну, Сочи у нас тут отличился. На прошлой неделе, по-моему, публиковалась информация, что российский курорт занял вообще первое место в мире по дороговизне жилья. Да, но там элитное жилье. Элитное, да, жилье. Элитное жилье. Более 1 миллиона рублей, да, за квадратный метр. Обогнали мы там Лондон и прочее вообще. Элитные города, да, мира. Ну, ладно, давайте сосредоточимся на нашем городе. Что у нас происходит, да? Вот. Не элитный город у нас, не особенно элитный. В межсезонье. Да, пишет городская администрация сегодня, что, ну, в первую очередь, традиционно будет уделяться внимание уборке проезжей части, вернее, так называемой прилотковой части, ну, вот края проезжей части, где за зиму, естественно, у нас скопилось большое количество песка, грязи, мусора всевозможного. Порядка 100 тонн этого мусора сейчас вывозится с кировских дорог. Мытье началось. В хорошем смысле, помывка, мытье, да, элементов дорожной инфраструктуры, всевозможных сигнальных столбиков, помывка непосредственно проезжей части, тротуаров. В ближайшее время у нас состоятся первые общегородские субботники. Первый общегородской субботник запланирован, если не ошибаюсь, на
15 число, то есть это уже ближайшая суббота. Ну, еще раз повторюсь, пока дорожники не переходят у нас полностью на режим работы, все-таки надо понимать, что в апреле возможны дни с активным снегопадом и заморозки. Все мы помним прекрасную ситуацию, как в 19-20 годов, когда у нас примерно в одни и те же 20 числа апреля выпадало большое количество снега, и затем, соответственно, приходилось все это в экстренном порядке. Ну, с другой стороны, если все уже будет прибрано, то снег не сильно ведь добавит какого-то мусора, я имею в виду в плане мусора, там, каких-то коробок, фантиков, ну вот такого. Ну, я понимаю, который не говоришь, погода производит, а люди. Бытовой мусор, да, в том числе мусор. И раздуваемый ветром из мусорных контейнеров. Поэтому я думаю, тут просто кто-то выражал сомнения в том, а нужно ли сейчас так активно прибирать город, потому что скоро может опять выпасть снег, но мне кажется, это лучше, чем ходить вот по этому кошмару. В апреле, если снег выпадет, он все равно растает. Да, это достаточно быстрый процесс происходит. Да, если и будут какие-то неудобства, то они будут связаны в первую очередь, наверное, с большими лужами, да, в низовых местах, с той же ливневой канализацией, которая не может оперативно справиться с этими объемами воды. Ну, в социальных сетях все мы прекрасно знаем и видим традиционное рост, да, такой шквал жалоб на состояние нашего города весной. Тут и упоминаются владельцы собак. Я традиционно тоже о них, да, в первую очередь, которые выгуливали все холодное время года, да, на площадках, в том числе на спортивных каких-то площадках. Да, везде. Да. Потому что это и во дворе, это и рядом с какими-то школами, детскими садами, то есть везде, где есть какое-то пространство, вот сейчас появились отходы жизнедеятельности домашних животных. Угу. Ну и, конечно, упоминаются чаще всего такие придомовые территории, дворовые территории. Кто-то, к сожалению, да, не обладает этой привычкой регулярно доносить мусорные пакеты до, соответственно, контейнеров, да, и все это лежит и валяется вблизи непосредственно стен многоквартирных домов. Есть еще вороны. Так, что с ними? Которые любят доставать мусор из урн и разбрасывать его. Я просто однажды... И тоже вносить свою лепту, да? Да, я просто однажды наблюдала эту картину. У нас в домовом чате очень много ругались по поводу того, что вот... Зачем вы разбрасываете этот мусор? Это, наверное, чьи-то дети там туда-сюда. Угу. Я однажды иду и смотрю, это делают не дети, это делают даже не люди. Угу. Делают и птицы. Не крысы, да. Грызуны вот. Какие-то. И я попыталась отогнать их, но они все равно, конечно же, снова возвращаются и пытаются достать там что-то вот из этой урны. Угу. Поэтому этот процесс все равно, его не остановить. Поэтому единственная возможность это прибираться. Конечно, прилагать усилия сейчас, да. А не жить по принципу чисто не там, где не мусорят. Итак, Дмитрий Печенкин у нас на связи, исполняющий обязанности заместителя главы администрации города, начальник департамента городского хозяйства. Дмитрий Александрович, приветствуем вас. Добрый день. Да, добрый день. У нас примерно 15 минут на то, чтобы поговорить подробно о весенней уборке города. Ну, хочется начать с такого общего вопроса. Вы, как специалист, уже долгие годы работающий, да, на ответственных должностях, как оцениваете состояние города этой весной, как мы пережили зиму, насколько у нас много мусора, грязи, какие-то есть, возможно, нюансы, там, поведение самих жителей, как они содержали свои придомовые территории. Есть какие-то особенности, отмечаете? Или, в общем-то, картина, она такая схожа со средней, многолетней, что называется? Ну, стоит, наверное, отметить, что у нас всегда после завершения зимнего периода, когда идет обильное снеготаяние, ну, это объективно, наверное, стоит сказать, что образуется достаточно много мусора, который на улицах расположен, да, и на территории дворовых. Мы это со своей точки зрения оцениваем, ну, как, опять же, такой межсезонный период, который требует более пристальной работы и дорожных служб, и коммунальных служб, и активного участия самих жителей города. Наверное, какие особенности текущего периода стоит отметить, у нас в этом году довольно-таки, скажем, ранний приход весны, обильное снеготаяние, потому что уже к концу марта и в начале апреля практически на всей территории города сошел снежный покров, особенно на уличной сети. И к работам по санитарной очистке, по благоустройству городской территории мы в этом году приступили раньше. С 1 апреля уже объявлен месячник по благоустройству. Он будет на протяжении последних двух месяцев, это апрель-май. И все работы, которые мы для себя планируем, мы в этом году начали уже
заранее, за две недели до официально прогнозируемого схода снежного покрова. Ага, Дмитрий Александрович, а это было сопряжено с какими-то сложностями, да, потому что пришлось, ну, спешно ли пришлось технику подрядчика менять, да, там, на летний режим работы, или, в принципе, все прошло штатно? Здесь потребовался определенный временной промежуток, потому что были периоды, вот буквально полторы-две недели, когда у нас было обледенение, днем все таяло, ночью замерзало. В этот период времени понятно, что вся техника коммунальная, она еще была на зимнем периоде содержания. Если вот говорить о зимнем периоде содержания, в принципе, скажем так, удовлетворительно город Киров прошел этот период. У нас значительные объемы снеговывозки были этой зимой. Были отдельные нарекания по работе подрядчиков, это то, что касаемо и по очистке тротуаров, и где-то по устранению скользкости, но оперативно также дорожные службы пытались это устранить. И вот как раз этот период мы уже прошли, когда техника переведена с зимнего на, скажем так, летний период содержания, потому что это в любом случае работа механизмов и поливомоечных. Вот буквально при хорошей погоде мы эти работы по поливомоечным всем мероприятиям будем активизировать, чтобы максимально минимизировать вот эти пыльные бури, которые у нас в весенний период, как правило, раньше складывались. Расскажите, пожалуйста, на какие сейчас основные задачи поставлены перед подрядчиками? Что это? Уборка проезжей части, тротуаров, еще какие-то территории? И как отслеживаете, насколько интенсивно они работают? Сейчас, в настоящее время, приоритет в работе подрядчиков – это в первую очередь собрать и ликвидировать тот мусор, который у нас оттаивает после схода снежного покрова, потому что остаются улицы, которые, так скажем, не на солнечной стороне находятся, там дольше снег тает. Соответственно, задача стоит по ворошению этого снега, чтобы он быстрее оттаял, чтобы нам уже приступить к уборке газонов. Приоритет – это уборка мусора, очистка проезжей части от грунтовых наносов, которые после зимы также образуются, и очистка тротуаров. После этого мы уже ставим задачу, чтобы максимально, как я уже говорил, переходить с поливомоечным работам к влажной уборке города. Кроме того, опять же, традиционно, наверное, стоит отметить, что после зимнего периода идет работа по восстановлению либо обновлению и покраске всех элементов, которые расположены на уличной сети. Это начиная там от стоек дорожных знаков, светофоров, опор, наружного освещения, контактной сети. Пристально внимание в этом году планируем уделить остановкам общественного транспорта, потому что это и место ожидания, где массово скапливаются жители города Кирова. Ну и, наверное, стоит отметить, что, прибирая улицу, не надо забывать о прилегающих территориях. Это, как правило, и дворовые территории, там, и какие-то иные смежные территории предприятий, организаций. И вот сейчас работа, в том числе территориальных управлений, она направлена на, так скажем, привлечение активное к работе по уборке прилегающих территорий, предприятий, организаций, юридических, физических лиц. Соответственно, можно уже, так скажем, прогнозировать, что в течение апреля месяца, с учетом уже, что у нас в ближайшее время начнутся общегородские субботники, так скажем, активность по уборке города с привлечением и жителей, и предприятий, она будет увеличиваться. А сколько вообще вот этих поливомоечных машин у подрядчиков? Насколько получится эффективно бороться вот с этими пыльными облаками, бурями, да, которые накрывают город? Нет, там же надо разделять. Там же сами уборщики, они оснащены системой полива. На сегодняшний день у нас все подрядные организации, у кого есть содержание, так скажем, вот эти магистральные улицы, где требуются поливомоечные работы, они обеспечены техникой. Здесь вопрос своевременной организации труда, но предварительно, чтобы начинать мыть улицу, надо ее прочистить. Потому что не надо мыть улицу, если она грязная. Тогда мы создаем себе двойную работу. И вот этот вопрос мы будем отслеживать. Сейчас на ежедневном формате мы с подрядными организациями, со всеми коммунальными службами эту работу проводим в рамках утренних оперативок. И вот какие-то, так скажем, замечания, либо иные предложения, которые там подрядная организация не видит, мы стараемся им указывать, чтобы это все было сделано и выполнено. А для тротуарной техники таких приспособлений нет, чтобы тротуары тоже можно было не только мести, но и мыть? Для тротуарной техники такие есть, и мы эти механизмы в том году показывали, и в этом году у нас, в том числе и Гордурмострой, приобретает определенную технику с точки зрения содержания в летний период. Будем увеличивать уборку тротуаров, потому что в большинстве своем всегда нарекания идут на состояние тротуаров, либо некачественную уборку, либо, так скажем,
не тот вид уборки, который требуется. Угу. Что там вот предыдущих замечаний, постараемся это все учесть в текущем периоде. Вот, кстати, по поводу пешеходных дорожек, тротуаров, таких широких или не очень широких. В последнее время, как известно, у нас в городе появились дополнительные скамейки. Ну, вот активно, да, комплексное благоустройство проводилось. Тут брусчаточку положили, скамеечки поставили. Вот сегодня, к примеру, проходя по аллее Октябрьского проспекта, я обратил внимание на то, сколько, ну, в первую очередь, пожилых людей вышло. Погода хорошая, солнечная, погреться, они прогуливаются, да, и садятся на эти скамейки. Вот у меня мысль такая пришла, ну, вот помыть бы срочно вот эти скамеечки-то, чтобы людям пожилого возраста было удобнее сидеть, чтобы не приходилось им самим, собственно, да, там тряпкой пакетик вытирать или что-то такое. Да, обычно смотришь. Эти работы, они тоже предусмотрены, Дмитрий Александрович, по помывке элементов? Принимаются, да. Эти работы предусмотрены, потому что после зимнего периода, вот особенно те скамейки, урны, которые не убирались на зиму, они требуют где-то и ремонта, где-то обновления, где-то вот, ну, таких работ, связанных с их помывкой, либо каким-то иным видом работ. Потому что сейчас, на самом деле, вот за выходные, находясь на территории города, мы посмотрели, что при хорошей погоде увеличивается активность жителей. И в Александровском саду, и на набережной, на Театральной площади, да и просто вот на этих аллеях, либо пешеходных зонах. Угу. Соответственно, вот задача сейчас стоит максимально в оперативные сроки эту уличную мебель, скамейки с урнами привести в надлежащий вид. Угу. Наверное, стоит еще отметить, что вот на этой неделе мы начинаем установку новых скамеек и урн на некоторых территориях, то есть полностью обновляем вот этот парк уличной мебели. И хотелось бы, наверное, обратиться, пользуясь случаем, к жителям, потому что на протяжении последних 2-3 лет мы наблюдаем ситуацию, что после установки нового оборудования нередки случаи, так скажем, вандализма, потому что новая урна там где-то, мы видим, она опрокинута, где-то уже не хватает каких-то элементов. Конечно, мы со своей стороны отрабатываем эти моменты и с органами полиции, но хотелось бы, чтобы вот к новому оборудованию, которое установлено, да вообще к любому, которое установлено на улицах, эти же урны, более было, так скажем, доброе отношение, чтобы это оборудование служило для своих целей. А планируется ли обновить вот скамейки, да, ну, урны, наверное, понятно, каждый год из-за таких вот случаев вандализма приходится подрядчикам менять, а в плане скамеек, да, то есть это все равно более дорогостоящее. Покраска или что, или замена на новые? Замена на новые, может быть, покупка новых каких-то еще. Вот, как я уже и сказал, на этой неделе и на следующей мы выполним определенные работы, есть новые закупленные скамейки. Вот в Александровском саду обновим полностью скамейки с урнами. На некоторых улицах, на некоторых участках улиц также появятся новые скамейки. Там порядка 100 штук новых, именно я говорю о новых скамейках, которые появятся. Соответственно, до майских праздников мы планируем полностью отремонтировать вот все те малоархитектурные формы, которые требуют этого. Ну и если уж продолжать говорить именно о пешеходных зонах, у нас традиционно весна выявила участки, ну вот те, например, да, которые покрыты были брусчаткой в недалеком прошлом, где уже некие провалы, да, углубления образовались, там некоторые камни выбиты. Я так понимаю, все равно на гарантии должны находиться еще эти участки, да, и будет ли внимание уделено, да, приведению в порядок таких зон, потому что, ну, пешеходам не просто приходится, да, это все перешагивать, обходить. Будете этому внимание уделять тоже? Обязательно. Вот сегодня утром на оперативке у главы администрации этот вопрос уже обсуждался, и такая задача поставлена. С учетом, что у нас, как я уже сказал, и весна пришла раньше, эти работы никто не мешает делать сейчас в рамках гарантийных обязательств. Эти дефекты, которые образовались за зимний период, мы задачу ставим, чтобы максимально на центральных улицах до майских праздников эти работы были проведены, и до Дня города они должны быть завершены. Соответственно, вот все провалы брусчатки, либо это дефекты зимнего содержания, либо это дефекты гарантийных обязательств, они в рамках гарантийных обязательств, без дополнительных средств бюджета, они будут сделаны вот в этот период. Что касается, Дмитрий Александрович, городских парков и скверов, когда там начнется уборка, ну, на сегодняшний день, я думаю, что еще не позволяют эти территории, там достаточно сыро, очень много теневых участков, и снег продолжает таять, но когда все-таки планы зайти и туда уже, начать прибираться на озелененных территориях? Да, действительно, сейчас приоритет отдан улицам в первую очередь, потому что они полностью освободились от снега. В парках у нас в большинстве своем снег еще не растаял, там сыро. Но мы планируем, что
уже со середины апреля, когда будут начинаться уже первые общегородские субботники, мы будем заходить в парки и по организации субботников и по текущему содержанию, потому что во многих парках такая же ситуация по обновлению либо ремонту малых архитектурных форм. И вот как раз до Дня города все парки и скверы, они должны быть прибраны и уже использоваться по своему назначению для посещения жителями и гостями города. Но первый субботник у нас уже запланирован на грядущую, да, субботу, получается? Первый субботник у нас, который в рамках месячника был назначен на 15 апреля, да, но вот с учетом погодных условий, с учетом, что мы сдвинули сроки очистки города, будем формировать уже, так скажем, территории, куда можно будет выйти и прибраться. Тем более таких территорий много, у нас много, так скажем, озелененных территорий, где уже можно прибираться. Те газоны широкие, которые вдоль улиц, их тоже можно прибирать. Либо те места общего пользования, где уже это можно сделать. То есть общегородской субботник, он состоится в субботу-то ближайшую, да? Ну, мы к четвергу определимся по территориям. Соответственно, он может быть не такой массовый, как мы планировали, с учетом погодных условий. Но мы уже все силы и средства к этому готовим, чтобы при необходимости, если будет такая потребность, обеспечить там инвентарем, в том числе желающих принять участие в этом субботнике. Мы призываем в том числе и жителей города, и предприятия, организации активно в процессе уборки города принять участие. Упоминалась покраска, да, вот элементов различных, а будут ли красить вот наши любимые серые заборы? Обновление ограждений дорожных? По ограждениям, наверное, стоит отметить, что сейчас как раз идет процесс их инвентаризации, потому что после зимы у нас бывает, что они там пострадали либо при ДТП, либо при каких-то иных случаях. Для себя определили, что вот такие фрагменты, которые, так скажем, не влияют на безопасность, мы их в текущем году уберем, не будем красить, а те элементы ограждений, которые по требованиям безопасности должны располагаться на улицах, ну, традиционно мы их сначала очистим, помоем, после этого там, где требуется, будет покраска этих ограждений. А есть места, где эти заборы были установлены не из соображений безопасности? Это те участки, которые, наверное, устанавливались ранее, так скажем, трубчатое ограждение вот у нас есть, которое, ну, по сути дела, никакого влияния на безопасность не имеют, которые устанавливались там, так скажем, еще десятки лет назад. И на сегодня по новым требованиям, которые действуют, ну, это просто как, скажем так, ненужный элемент, который можно демонтировать и не красить его ежегодно. Но это, как правило, вот трубчатое ограждение, где есть широкие газонные части. Мы же говорили, что и постепенно переходим на увеличение живой изгороди вот на таких территориях, чтобы максимально найти баланс между вот железными ограждениями и иными элементами, которые визуально будут вписываться в городское пространство. А вот эти трубчатые ограждения, они будут везде демонтированы в этом году? Или только там, вот, где вы говорите, на широкие газоны? На тех участках, где они уже функционально никакой... То есть по мере выхода из строя их будут демонтировать постепенно? Пример приведу. Есть перекресток у нас там Некрасова и Горького, это у автовокзала. Там стоит старое трубчатое ограждение, которая уже, ну, просто морально устарела, и оно ни с точки зрения безопасности не используется на стороне автовокзала, и оно просто, так скажем, портит ту территорию, которая есть. Это вот один из примеров. И красить его, наверное, смысла нет, тратить там дополнительно какой-то объем краски и в дальнейшем его использовать. Да, благодарим, Дмитрий Александрович, за эту информацию. Я думаю, что не единственный, не последний раз, да, за весной еще успеем пообщаться по поводу благоустройства. Спасибо, что вышли на связь. Дмитрий Печенкин, исполняющий обязанности. Да. Всего доброго. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города и начальник департамента городского хозяйства. Ну, не успели тут затронуть еще кое-какие моменты. Ну, в частности, меня беспокоит, знаешь, эта ситуация, когда вот раскисшие, да, такие грязные участки прилегающих территорий, территории вблизи домов многоквартирных, когда нет твердого покрытия, и автомобилисты ставят свои автомобили вот во всю эту... Кашу. Слово-то не рождается, приличное даже. А потом все это же выносится с колесами на проезжую часть, и получается, что мы вроде как убираем, особенно в этом моем, плане подметаем, строительная техника. Да, и снова туда заносим эту самую грязь из дворов. Вот тоже такой серьезный момент, на который бы хотелось, чтобы власти обратили внимание, как-то строже контролировали эту ситуацию. На рекламу мы сейчас прерываемся, буквально полторы минуты она продлится, и мы вернемся.
12 часов 31 минуты. Мы продолжаем программу «Дневной разворот». И, как и обещали, в связи с тем, что у нас теплая солнечная погода стоит, да, в городе, мы хотим поговорить о том, где жители города, жители области собираются отдохнуть в ближайшее время, в том числе и майские праздники. Но я думаю, что сейчас во многих коллективах, в офисах, да, одна из самых актуальных тем для беседы – это куда вы отдыхать поедете, да, в майские праздники или, может быть, летом уже. Но я нашел кое-какие общероссийские данные. Специалисты говорят о том, что если говорить о майских праздниках ближайших, то среди заграничного направления в первую очередь будут пользоваться курорт Турции. Города Турции, причем указана средняя стоимость путевки. Я как-то с содроганием ее увидел, вспоминая суммы, которые мы отдавали за путевки в Турцию в нулевые годы, да, когда за 15, по 15 тысяч на человека или сколько, или даже дешевле можно было, да, найти. Я не была никогда в Турции, не к была. Сожалению. Я всегда думала, что, ну уж ладно, в Турцию-то я всегда успею съездить. В общем, 183 тысячи рублей в среднем стоит путевка в Турцию на майские праздники, и россияне готовы платить за эти деньги. На втором месте стоят российские курорты, и в первую очередь Сочи. Как пишут специалисты, спрос именно на посещение Сочи в майские праздники вырос по сравнению с 2022 годом на 20%. Существенный рост. Краснодар, Адыгея, кстати, тоже подросли на 10-15%. Ну, а на третьем месте уже более, так скажем, элитный отдых, более дорогостоящий, это Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Вот, угу. Так вот, вот такие у нас российские данные. Что в Кирове сейчас узнаем? Елена Фетисова с нами на связи, заместитель директора туристического агентства «Южный берег». Елена, добрый день. Добрый день. Да, вот мы тут вас. Немного поговорили об общероссийской статистике, куда собираются россияне. Хотелось бы послушать, совпадают ли предпочтения кировчан с общероссийскими тенденциями. Ну, давайте про майские праздники поговорим, да, в первую очередь. Меньше месяца уже остается, и там достаточно много будет выходных дней. Куда жители Кирова, какие направления рассматривают в настоящее время? Ну, очень много в этом году бронируют Абхазию, даже несмотря на то, что еще май не совсем сезон, не купабельно получается, но, тем не менее, интерес есть. Экскурсионные туры бронируют, ну и также просто отдых в гостиницах, санаториях, пансионатах. Вот. Турция раньше всегда в майские праздники пользовалась спросом. В этом году пока интересуется, но глубины продаж такой нет, потому что, во-первых, нестабильная ситуация по авиакомпаниям, валюта вверх пошла, ну и цены не радуют. Ну, если сейчас поговорить о ценах, о средних каких-то ценниках, какую сумму нужно иметь в голове и в кармане в первую очередь, да? Турция. По Турции? Да, по Турции. По Турции. Uh-huh. Самые простейшие отели, то есть 3 звезды, допустим, на майские праздники свои, там, конец апреля, нужно закладывать от 40 тысяч на человека. Угу. Это еще не окончательная цена, еще без учета топливного сбора. То есть, если выше категории отель, то уже от 50 и выше. Угу. Так, если говорить о других направлениях, то что предпочитают жители города? Из зарубежных направлений еще, конечно, пользуется популярностью у нас Египет, потому что в майские праздники там уже и погода будет приемлемая, и море теплое. Ну, там жара уже, да. Начинается от 70 тысяч на человека. Если сравнивать спрос на путевки там, с 2022-2021 годом, есть ли рост или есть снижение, наоборот, на майские праздники интереса? По загрантурам роста нет, потому что все упирается у нас в цены. Люди пока не переориентировались на такую ценовую политику, поэтому по загранице, конечно, спрос не очень такой хороший. А что касается России, Абхазии, Краснодарского края, Дагестана, Калининград вот бронировали здесь, Кафнинводы, спрос есть. А правильно ли я понимаю, что Абхазия на майские, получается, у кировчан в лидерах спроса? Ну, по нашей фирме, да. Чем можно заняться сейчас в Абхазии в майские праздники? Если не купаться, то что? Вот так. Экскурсионная программа. Uh-huh. Очень любят просто ходить, ездить, отдыхать. Гастрономический туризм. Далее, ну, просто погулять, подышать, развеяться. Все-таки это не Россия, какая-никакая заграница. Посмотреть на разваленный сталинский ампир. В загранку смотался, да. Ну, это, видимо, в первую очередь для людей таких зрелых, да, уже приемлемо.
не молодежь, мягко говоря, не потусить, не поколбаситься. Не потусить однозначно, конечно, да. Тусить нет. Угу. Уже 35+. Угу. Есть ли, бронируют ли какие-то экзотические направления? Да, у нас здесь на неделе полетят Куба, и недавно прилетели, Гоа прилетели, то есть спрос есть, тоже не очень высокий, но летают. Если говорить уже, Елена, о грядущем лете, то есть у вас уже случаи бронирования поездок? Конечно. Именно на летнее время? Конечно. Да. Отличается это чем-то от майских праздников? Да? Отличается. Раннее бронирование у нас закончился последний этап 31 марта. Многие отели по Краснодарскому краю и Абхазии уже сделали остановку продаж. То есть, допустим, уже какие-то определенные отели, которые всегда были востребованы, их уже в высокий сезон уже не найдешь наличие мест, несмотря на цены, да. А это получается в стоп... Что в стопе российские направления, а если по зарубежным? По зарубежным, ну, как я уже сказала, раннее бронирование в этом году не очень пользуется спросом, потому что по Турции у нас немножко идет неясность, какие авиакомпании у нас можно будет летать, нельзя будет летать, поэтому туристы заранее опасаются. Туры приобретают уже непосредственно перед самим вылетом. Если говорить, ну, сосредоточимся тогда на российском направлении, будут ли в этом году туроператоры предлагать какие-то, возможно, новые направления, новые путевки, что-то формировать интересное по предложениям, чтобы компенсировать, да, дорогую Турцию, Египет? Ну да, в этом году второй год уже подряд прогнозируют большой всплеск спроса в Дагестан. Приезжали туроператоры, презентовали нам это направление, много взяли квот мест в отелях и поставили чартерную программу. Также есть автобусные туры нынче из Кирова, местные туроператоры запустили. Тоже и отдых на Каспийском море, и экскурсионные туры. То есть это направление, эта сторона у нас второй год бьет все рекорды популярности. То есть имеем в виду и бывшие союзные республики, да, там Кавказ, Азия, вот тоже. Ну вот в обратную сторону, да. Есть какие-то направления тоже популярные? Не поняла вопрос. Ну, с теми направлениями западными понятно, да, те, что от нас, я имею в виду западно. Если в восточную сторону смотреть, возможно, как вот Казахстан, Владимир говорит, среднеазиатские какие-то бывшие союзные республики. Да, Казахстан, да, тоже ставят и полетную программу туда, отельная база там есть на Каспийском море, то есть осматривается, да. Узбекистан пользуется популярностью, тоже второй год экскурсионная программа, очень интересная, люди прилетают довольные. Китай, Вьетнам, вот это такое направление. Мы как-то, по-моему, говорили. Китай пока только еще анонсировал массовый туризм, поэтому пока еще полетная программа поставлена на Пекин. Все-таки наши люди ассоциируют отдых более с пляжным отдыхом. Ну, чтобы море на было. Пока на Хайнань, не наверное. Поставлена. Да. Все понятно. Спасибо большое, Елена. Спасибо. Елена Фетисова, заместитель директора туристического агентства «Южный берег». Ну вот, кировчане, видимо, майские праздники в массе своей будут проводить в Абхазии. Ну, про шашлыкинг-то не забывай на даче все-таки, да. Это, наверное, одна из... Самое, вернее, наверное, популярное, да? Самое популярное направление недалеко от города. Хорошо, завершаем на этом первый час дневного разворота. Не прощаемся. В 13:05 вернемся вместе с уполномоченным по правам ребенка в Кировской области Владимиром Шабардиным.